Ярмарка вакансий была организована для тех граждан Украины, которые приняли решение связать свою судьбу с нашим регионом. Алексей Шабашников вместе со своей женой приехал из Луганска. На родине он занимал должность начальника службы логистики, а супруга трудилась экономистом. Сегодня они вместе посетили ярмарку вакансий, надеются найти работу по душе. Но еще пока полностью не рассмотрел перечень, но хотелось бы работать по специальности, потому что и образование профильное, и стаж работы тоже профильный, еще связанное с логистикой. В ближайшее время вы хотите связать свою судьбу с Рязани, да? Ну да, да. Наверное, ну, все-таки и документы оформляем сейчас на РВП. Будем здесь. Побросав дома, работу, хозяйство, они приехали в чужую страну, и помощь им необходима буквально во всем. Рязанский работодатель взял на себя часть ответственности и принял решение отдать некоторые вакантные места украинским беженцам. Нужно признать, что вообще в регионе, в Рязанской области, существует более 12 тысяч вакансий. В основном это в промышленности, в аграрном секторе и в строительстве. В зависимости от того, какие квалификационные навыки, какие специальности есть у граждан, прибывших к нам на территорию региона, будет зависеть от того, насколько цена нет для работодателя. Давайте признаем, что работодатели – это прежде всего люди, которые работают на результат, и поэтому, конечно, им нужны будут специалисты конкретные для развития своего дела. Рязанская ярмарка вакансий, организованная специально для беженцев с Украины, стала одной из первых в стране. В общем и целом, она удобна тем, что, несмотря на некоторые расхождения с документацией и трудовым кодексом, работодатель поможет гражданам Украины с решением этого вопроса. Ведь хороший специалист сегодня ценится на вес золота, независимо от того, откуда он прибыл. И рязанские предприятия это отлично понимают. Тем более, что наезжающие к нам азиатские гастарбайтеры большей частью представляют собой малоквалифицированные кадры. А среди украинских беженцев немало вполне состоявшихся специалистов в различных отраслях. Так что сработаемся.